Всем привет, это хитрый кальян. Сейчас вышел прогуляться. Хочу сообщить, что в ближайшее время съемок на тему кальянов не будет, так как Димон уехал в Киев отдыхать. Праздники все-таки, поэтому пока будут обычные влоги. Да, я вышел на улицу. На улице так хорошо. Иду сейчас в свое любимое заведение, подворотня называется. Попью кофе или пиво. Потом схожу к Альберту в кофейню. Да, как-то так. Да, плохо без Димона. Хочется покурить кальян, рассказать вам. Ну, числа 15-го уже выйдет наш выпуск про кальян. А пока не смотрите влоги. Дима там что-то в Киеве будет снимать, я вам посмотрю. Так-то так и будем продвигать свой канал. Я почти уже подхожу к Марине в подворотне. Да, что-то погорячился, что мне надел шапку. Так, на улице не сильно тепло сейчас. Сначала вышло, вроде как казалось нормально, но сейчас не вот. Напишите в комментариях, на какую тему снимать видосики. Что интересно, что показать в Днепре. Может, тот, кто хочет побывать в Днепре, интересно, где можно покушать тут недорого. Или вообще провести весело время. Пишем в комментарии. Не стесняемся. Да. А, кстати, числа 15-16, когда мы будем снимать уже обзор про кальяны, мы купили новый табак Burn. Ну, он уже не сильно новый, но для нас это будет новый продукт, так как мы его еще не пробовали, не курили. Поэтому покажем, расскажем свое мнение об этом кальяне. Что да как. Не забываем про конкурс, который мы проводим на колодку. Нужно подписаться на канал и сделать репост данной записи. Да, колодку мы разыграем только тогда, когда будет на канале 50 подписчиков. Так что ждем, подписывайтесь. Будем рады отдать колодку случайному победителю. А я уже вот подхожу почти к Марине. Осталось чуть-чуть совсем. Вот я уже подхожу в подворотню. Зашел в подворотню. Там никого нету. Пашок вышел. Маните. Ну да. Да. Марина сидит. В принципе, тут очень красиво. Очень вкусно. Да, пиво вкусное. Интерьер интересный. Кирпичи такие. Алкоголя много, наверное. Это кошаки подворотни. Да, Китя. Хорошая какая. Смотрите, какая красивая тоже. Такие толстенькие. Да? Ты их кормишь? Накормят? Ну что, не видишь, я её тоже. Да. Иди сюда. О,
А это что за жирный день? Что ты быкуешь? Что ты сразу быкуешь? Что, Лера? Лера, да. Не быкуешь. Ой, тебе ведь. Она как буренка. Ты что, дурак? Ты что, дурак? А тут мявка. Не ссы. Все, попил я пиво. Добрые люди мне налили. 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 Такой тут интерьер. Давайте посмотрим. Бублики. Такую штуку домой хочу. Нормально. Я еще вернусь. Все. Выходим на улицу. Вот так находится подворотня. На Короленко. Улица Короленко. Вот сразу с краю. Ну, теперь иду я к Альберту. Посмотрим, что там будет. У Альберта очень вкусное какао, чай. Централ Парк. Но по мотиву, как друзья, если смотрели сериал, вот кофейня в таком же стиле сделана. Кофе очень вкусное. Открылась она недавно на Харьковской. Или Московской. Да, по-моему, Харьковская улица называется. Поэтому увидимся у Альберта. Я уже подхожу к Альберту. Вот так выглядит парк, Централ Парк. Да. На улице пустился снег. Ой. Вот Альберт. Короче, заказал себе чай Глитвейн, очень вкусный, там с корицей, апельсинка, ягодки, ну, в принципе, дешево, вкусно. В этом заведении вы можете поиграть в настольные игры, провести хорошо время с друзьями. Ну, в принципе, кафе, не кафе, а кофейня на это и рассчитана, чтобы провести хорошо время. Вышел я на перекур, чай очень вкусный был, заведение уютное, вообще как-то скучно, без Димона скучно. Да. Одному кальян скучно курить, один я редко курю кальян, если в компании, то как-то более веселее. Это погода еще какая-то мокрая, снег идет. Я уже, короче, вышел от Альберта. Иду домой. Погода классная. Может, вечером еще выйду в парк со своей любимой. Пофоткаться, погулять. Уже дома скучно сидеть. Я уже почти дошел домой, поэтому обработаю видео, может, сегодня уже выложу. Скорее всего, сегодня уже видео будет готово. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Буду очень рад. И ждем Димона. Короче, нашел я компанию на сегодня, с кем покурить кальян. Поэтому сейчас надо сходить купить, взять табак, угольки и будем курить. Снега много насыпал.
пошевелитесь. Хорошо. Хорошо, только пошевелимся. Пошевелитесь. Тебя видно? Да, может, я снимать буду? Нахуй меня видеть, меня все видели. А вот табак не все видели. А вообще не видно, что ли? Не, вообще. Реально? Только руку. А ты уже снимаешь? Да. Это уже твой онлайн-видеоблог, да? Да. И сегодня у нас кальян с булкой с маком. Я тебе сейчас эту булку. Так. Взяли мы вот этот альфа-кхаман. Альфа-кхаман? Да я не знаю, как он говорится. Короче, взяли альфа-кхаман. Когда мы с Димой ездили в село, может, вы помните, мы пили, правда. Мы брали вот этот лайм. Лайм с холодом. Снимаем, не с холодом. Снимаем блог про то, как снимаем блог. Да. А, да, кстати, подписывайтесь на наш второй канал. Это наши спонсоры, они нам предоставляют табак. Канал называется «Пропиарь себе». Слай хука, хитрый кальян. Хорош. Хитрецы. Да. В общем, там вы найдете очень много всего интересного. Там будет подробное описание про те табаки, которые курим мы. Ну, просто мы не заморачиваемся, не тратим свое время на то, чтобы там описывать что-то. Да, мы дупо лахаем. Тут просто смеемся и все. Ну, в общем, вот, короче, подписывайтесь. Ссылка будет внизу, или я попробую вот сюда вот себе в пальцы, короче, ее вставить. Внизу, да? Ну, или не знаю. Ну, короче, будем пробовать. Да. Вот такой табак. Да, все понятно. Распуш. Все понятно. Распуши. Так и сразу. Да, делаем распушистым его воздушным, так, чтобы он програл полностью весь. Да все об этом знают. Не все. Мне пацики говорили, ты его трамбуй, трамбуй. Да? Так что это за пацики? Да там есть. Ну, ты их не слушай. Ты что, будешь кальянчика учить? У тебя такая это прикольная здесь подставочка под телефон. Да. А ты делал блог о том, как ее сделать? Коробочку вставляете. Ну, рассказывай про табак. Пахнет отлично. Чем табака? Табак, лайм тут и холод. В принципе, цена такая же самая, как и на альфакер, только, ну, альфакер... Это дерьмо. Это более-менее нормально, ну, потому что по вкусу, ну, приятно. Вы курили, пацаны, да. Я же вам давал, да? Да, офигенно. Кстати, хороший табак, ну, вот, мне реально понравился, он да. Такой никак. А в зал мне нравится, и альфа-хаман. Вот, вот это, я делал, короче, предыдущий ролик, и действительно, вот, мне понравилось. Я забил реально очень быстро кальян, и он реально был очень вкусный, очень, ну, дым прикольно, ну, много всего, ну, отлично. И от него реально расслабляет. Ну, нормально. Да, ну, потому что он тут этот Абзал, он крепенький был. Смотри, короче, вот курили потом после вот этого табака, курили вот тот, который помнишь? Абзал? Ну да, вроде, не помню. Короче, вот это, лимонный пирог, понял? А дали. Вообще никакой, никакой. А у нас он на 20, ну, где-то 20 минут прошло, у нас он начал жестко горчать, короче. А Серый вытащил. Серый вытащил фольгу, ну, скрыл, короче. Он вытащил этот кальян. Там к фольге прилип табак. Вот такая дичь. Ну, короче, так, перезабил. Под краешек забиваем его. Типа, колодец мы сегодня не будем делать, так как мы мужики, будем плотно забивочку курить. Да. Без колодца. Да. Ну, я постоянно делаю колодец, не знаю, мне это уже вошло в привычку. Ну, меня заебало. Ну, смотри. Забивка плотная. На эту чашу идет сколько? 13 грамм, ну, это как апгрейд мини считается. Сколько, да, 12 грамм. Я забил где-то ж 15 грамм. А ну, подожди, дай попробую. Вкусный. Смотри, потухнуться, бля, давай речь, кальянчик. А, никогда не делайте это в домашних условиях. Тихо. СМС-ка. Кальянчик, а где чай? Чай будет. Черт. Кстати, походу, табак вот не пробуйте. Табак... Кашляет у меня. Да нет, табак просто невкусный на вкус. Да? Конечно, невкусный, это нежелательный тебе табак, что ты его ну, ешь. Вкусно пахнет. Так нас ешь. Что ты сегодня будешь рассказывать в своем видеоблоге? О том, как я бухал в селе. Все, курить будем мы на Эми Далек 630, который я пропалил. Вот тут угольки. Все, увидимся на раскурке. Ты что, нас снимаешь? Ты что, а? Ты понимаешь, что мы жалобу кинем на тебя? Авторские права? У нас слишком известные лица. Лица, да. Да. Короче, кальян мы сделали. Мы? Я. Мы сделали кальян. Ну, я сделал кальян. Ну да. Мы принесли фольгу, чувак. Ну да. Мы бесплатно покурили. Будем пробовать кальян. Итак. Рот закрой, когда я. Давай, кури уже. С первого втяга. С первого втяга. Не, ну ты же нагрел табак, все нормально. Наверное, все как и должно быть. Ну, дыма еще мало, он сильно не раскурился. Да, конечно, ну, это как бы все знают, что кальян не раскуривается с первого раза. Круто. А что за дизайн у тебя? Какой дизайн? Здесь. Дизайн бабушка вязала. Итак, в общем, вот мы уже начинаем курить кальян. Царь курит первый. Все знают, что я первый курю. В общем, курим кальян, да, пробуем. Не матюкайся, в его блоге нельзя матюкайся. В моем можешь. Ой, знаешь? Ну как? Нормально. Не, вкусно. Ты поколотил, да? Да. Итак, начинаем дегустацию чая.
Очень вкусно, да. Нормально. Ну. Еще раз повтори, что там у нас за табак и вкус. Табак Альфа-Кхаман. Вкус лайм с холодом. А, пацаки, а вы участвуете в моем конкурсе? Участвуем, мы репостим. Да, мы репостили уже все. Там разыгрывают коллаут халявный, пацаны, реально. Я видел этот коллаут. Хороший коллаут. Не знаю, сколько он стоит, это секрет, нам не говорят. Ну, в общем, перейдите на... ссылка будет в описании. Да, ссылка, все будет в описании, там подписывайтесь, репостите. И реально, удачи вам. Ну, я думаю, повернется лицом. Да, короче, ну, курим. Ну, вот, я и заснял свой влог уже. Делал такой вначале скучный, но потом пришли ребята. Подвалили с сухариками. Да, и мы покурили кальян, поэтому не забываем про конкурс, ставим пальцы вверх, подписываемся. Ссылка на группу будет в описании, ссылка на условия конкурса тоже будет в описании. Все, я буду монтировать видео, всем пока. Подписываемся на канал Серого и Андрея. Нахуй ты за дым лишняка. Подписываемся, они начинают только, как и мы. Как и ты. Ну да, то есть Дима, точно. Всем приятного просмотра, смотрите нас. Сегодня выйдет. Все будет четко, да. Да, всем пока. Ну и у нас уже, знаете, такая традиция появится, пускай будет такая, типа, оп. Блять, снимай, стой! Там селфи. Подожди, да. Вот, селфи. Ну все.